13-летний подросток погиб в результате падения автомобиля в обрыв. Трагедия случилась на окраине села Гачадан Чародинского района. Молодой человек, сев за руль оставленного без присмотра автомобиля «шестерка», не справился с управлением и совершил съезд в обрыв высотой 25 метров. В результате случившегося он скончался на месте, а его пассажир, 15-летний местный житель, с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.